Приветствую всех, дорогие друзья, это Любава. Сегодня первый день весны, 1 марта. Крокусы нашлись. Не все, конечно, но хоть что-то осталось. Вот тут в Абриете, в Арабисе, несколько штук притаилось. Так что выпрело не все. И мыши, видно, тоже уже нажрались досыта. Сегодня у меня такой немного рабочий день в саду. Давайте посмотрим, как чувствуют себя тюльпаны. И надо разобраться с одной гейхерой. Затем лилейник почистить. И посмотрим на флоксы, розовый и белый. И сегодня срежу лаванду. Итак, тюльпаны. Голландские, низкорослые. Вот видите, через чабрец наросли. Но уже не буду трогать, пускай так и растут. Потом придется их рассаживать после цветения. У них такое сложное название. Тюльпаны голландские, по-моему, Грейга и Кауфмана. Но, видимо, по фамилиям селекционеров, которые их вывели. Вот так они выглядят. Это цветение того года. Сорта этих тюльпанов отличаются крепкими стеблями и декоративными с полосками листьями и огромными для таких малышей цветками. А это обычные красные тюльпаны. Вон уже какие вымахали. Тут под можжевельником возле туи. Голландские тюльпаны, мои низкорослые, имеют очень изысканную форму цветка в виде бокала. А мне сегодня надо бы разобраться вот с этой гейхерой. Она растет здесь 2 года, но за 2 года, смотрю, так вымахала. Очень возвысилась точка роста, видите? А земля мягкая, ее даже копать не придется. Я ее так выдерну. Да, надо бы привести ее в порядок. Немного подрезать ей корешки. Убрать вот эти вот все наросшие листья. Тут есть уже и новые розеточки. В общем, надо рассадить. Сейчас я это сделаю. И за одной, за 2 года получилось 2. И еще наросли детки. Маленькие, правда. Но их тоже можно будет укоренить. Вот видите, как она наросла? Вот настолько. Вот если ее не рассадить, она пропадет. Вот это надо все сейчас почистить, обрезать немного корень и заглубить ее, оставить сверху только точку роста. Одной рукой снимаю, другой делаю, поэтому неудобно. Вот, вот деточка. Вот малышка, видите какая? Ее тоже можно укоренить. Опудрить в корневин и вставить в стаканчик. Она нарастет, пустят новые корешки. Даже такая манюня. Ну, сегодня я это сделаю. Вот так вот они и размножаются, гейхеры. Вот еще одна. Видите, вот маленькая. Вот, деточка, вот она. Вот она. Вот это я почистила уже более-менее гейхерку, стволик от этих насохших старых листьев. Такая вот она. Малышка там выросла. Вот беззаботные эти гейхеры, я ими довольна. Единственное, что надо обязательно рассаживать. Вот так я срезала там немного корень, он нарос. И вот обратно в эту же ямку. И теперь я ее заглублю вот так, вот в уровень с землей. И оставлю сверху только точку роста. Она сейчас страшненькая, но потеплеет, она быстро нарастет. Люблю эти гейхеры. Melting Fire. Абсолютно неприхотливые. Причем они такие хамелеончики. В полутени они более зеленые, такого бутылочного цвета. На солнце они красные. Очень цветут хорошо. Можно не поливать их. Они не погибнут от этого. И видите, зимой, такая зима теплая, они сохранили листья. Обычно на зиму, когда морозы, это немного отмирает, ложится, чахнет. А вот в этом году. Вот видите, вот. Вот, вот она точка роста. Чуть-чуть, 1 сантиметр над землей. Вот она, точечка. Ее нельзя заглублять. А если она сильно возвышается над землей, то тоже может погибнуть гейхера. А вот тут рядом с гейхерой обратила внимание, вот бадан. Какое у него мощное корневище. Вот прям такой он бадан.
Баданище прям. Вот тоже зима теплая, и он, видите, как себя в феврале, в марте, в начале марта себя чувствует прекрасно. Обычно он выглядит гораздо хуже, выходя из зимы. Тоже листья ложатся, немного так жовкнут как-то. Ну, такие какие-то мягенькие, а в этом году теплая очень зима. Все так пошло прям. Вот лилейник чищу. Тоже вот такой лилейник, немного сортовой, может быть, не очень, но... Не любит он застоя воды, не надо его поливать. И он у меня растет уже несколько лет на этом месте. Я вам хочу сказать, такое корневище плотное, его топором не разрубишь. Невозможно отсадить ни одной розеточки. Тубовый. У нас похолодало 1 марта. Обещают морозы ночные, ну, приморозки до минус 2, может быть, будут. Сильных морозов не будет, снега тоже не будет. Вот, ветер холодный, прямо пробирает. Сегодня прохладный день и пасмурно. Это мой флокс розовый. Я его спасала, чуть не потеряла. Мама мне его дала с дачи когда-то. Не знаю, что-то он у меня болел. Белый прет и все. А этот, он более крупный. И видите, он розовый. И паростки у него бордово-красные. Такого цвета насыщенного. В общем, пересадила я его сюда поближе к бочке, поливала, выходила. Немножечко разросся. Такой ярко-розовый флокс крупный. Вот это все убираю, чищу аккуратненько. Вот такой. А вот у белого флокса совсем другие паростки, как он выходит из земли. Он белый, и листья у него светлее. Смотрите, какие. Видите, салатовые прямо. Вот этот вот флокс у меня растет кругом, и я его даже и не поливаю. Он крупный, белый, красивый флокс. Вот прет его и все. А вот этот розовый... Ой, а это что это у меня тут выросло, не знаю. Чудо природы. Что это такое? Мутант? Какой-то мутант? Какой-то. Может быть, это безвременник? Даже не помню, есть он у меня тут или нет. Хризантема низкорослая. Ну, мультифлора, можно сказать. Корни оголила, выперла ее из земли. Сейчас обрежу вот ее и подсыплю ей земельки. А то она сдохнет. Тоже уже такой кустик хризантемы требует, чтобы его рассадили. Но пока не до него. Лаванда моя королевская. Вот жалко ее резать. Такой красивый шарик. Но если я этого не сделаю, она превратится в убожество. Она вся распадется. Куст будет неопрятный. Рыхлый. Никакой. Поэтому 1/3 куста надо срезать. Вот так. Одной рукой просто неудобно снимать и резать. Вот так. Вот так вот я это все сейчас срежу. Вот посмотрите, какой он был и что сейчас от него останется. Это надо делать весной. Вот остался такой шарик. Все равно пожалела. Ну, пускай будет хоть так. Там снизу у нее просыпаются почки. Она сама омолаживается, самоомоложение таким образом происходит. Кусты уже не молодые, им более 3-4 лет, вот так нарастают. И если этого не делать, он просто разваливается, превращается в непонятно что, стареет, отсыхает. А так просыпаются снизу почки, и получается самоомоложение куста, и цветение будет пышным. Ну и кроме того, все, что мы срезаем, можно будет укоренить. А вот это мои две гехерки. Две детки, которые я сняла с тех гехер. Вот я их поставила в стаканчики. Посмотрим, что с ними будет через 2 недели. Опудрила в корневин и поставлю в веранде. И вот еще хочу похвастаться. Я такая цветочница, каких только у меня цветов нет. А медунки не было. Купила вот у бабушки. Она стояла у меня тоже в веранде. Купила на рынке у бабушки. В веранде стояла и зацвела. Я хотела ее посадить, и сейчас обещают морозы. Пожалела. Пускай подцветет тут немножко, а потом высажу. Пока-пока.